Работа нашего коллеги получила признание на федеральном уровне. Корреспондент «Арктик ТВ» Александр Борисов стал лауреатом 10-го всероссийского конкурса на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка». За право называться лучшими боролись свыше 250 работ из разных регионов России. На конкурс поступило 120 видеосюжетов, 79 печатных публикаций, а также радиопрограммы и статьи, размещенные на интернет-сайтах. Строгое жюри по достоинству оценила материал Александра Борисова о Мончегорском социальном приюте для бывших заключенных. Сюжет телеканала «Арктик ТВ» вошел в шорт-лист. Диплом лауреата за подписью директора Федеральной службы исполнения наказаний – это важная награда как для корреспондента, так и для руководства регионального УФСИН. В системе исполнения наказаний одна из приоритетных задач – это открытость. Ну и, соответственно, открытости не бывает без средств массовой информации. Это легкодоступность информации, это все процессы, которые происходят в системе, особенно во время ее реформирования. Я считаю, награда достойная, важная для всего управления. Я думаю, и в дальнейшем будем работать с такой же продуктивностью, всегда открытой для СМИ нашей учреждения.